Молодежны тэатр эстрады з экспедыцыі наведаў Магілёў. Менавіта з горада на Дняпры, які азначае сёлета сваё 750-годзе, маладыя артысты Беларусі пачалі творчы маршрут па ўсіх абласцях рэспублікі. Гэта экспедыцыя носіць назву «Беларусь – краіна талентаў». Ванесса Мэй только на цимбалах. Так говорят про могилюжанку Валерию Ильюшенко, студентка Академии музыки, лауреат международных республиканских и телевизионных конкурсов. У яе новый погляд на цимбалы в проекте «100 идей для Беларуси». Теперь она удельница экспедиции «Беларусь – краина талентов» от Могилевской области. Так само у эстрадную экспедицию по Беларуси включили студента БРУ Илью Кубракова и школьницу Ольгу Коновалову. Мне кажется, это очень интересный концерт, на нем очень интересно выступить. И, конечно же, попала я на него вообще за свои заслуги, так как этим летом я представляла на отборе финальном детского Евровидения. Я там пела свою авторскую песню и даже стала рекордсменкой. Удельники эстрадной экспедиции «Беларусь – краина талентов» уверены, что и они на самом деле могут открыть новые творческие имена и допомогать развить их здольности. Мы знаем, что Могилеву скоро исполняется 750 лет, и мы по этому поводу в том числе подготовили концертную программу «Беларусь – краина талентов». Основная идея этих концертов, серии концертов, мы ищем новые имена, новые таланты, какие-то яркие явления, которым нужна поддержка. По завершении экспедиции «Беларусь – краина талентов» у Минску отбудется гала-концерт с уделом представников от усих регионов. По доброй традиции для их проведут майстер-классы педагоги театра эстрады. Татьяна Сергійчык, Віталь Алексеенко, «Новини региона».